Осирис-Рекс завершил маневр касания и взлета, чтобы попытаться собрать образцы астероида Бенну. 20 октября 2020 года. Кадры приземления и последствий показаны здесь. Здравствуйте! Уделите, пожалуйста, внимание. Наш канал научно-просветительский. Помимо основных видео, здесь есть лекции, подкасты, интервью с научными сотрудниками высших образовательных учреждений. Также мы для удобства разместили плейлисты по общим тематикам. Если вы хотите получать от нас уведомления, просто подпишитесь на канал. Также у нас есть группа ВКонтакте, в которой мы своевременно публикуем материалы и научные достижения.